запаковывал. Как будто там золото, бриллианты. Вау, израильская газета. Сегодня будем читать. Желтая пресса Израиля. Это что здесь? Вверх ногами было. Ну, мы не поняли, нам все равно. Что-то 1800... А, это номер телефона. Ну, цифры ты понимаешь. Ну, я цифры понимаю. Ну, все, давай дальше. Глёков, конечно. Глёков, пакет. Вот это шарик, вот это антистресс. А что у нас тут? А, то есть это такая упаковка, да? Угу. Не лопается. Это не лопательный антистресс. Класс. А что это такое может быть? Дезик. Дезик, да? Ну это такой долгоиграющий. Это не дезодорант, это то, что препятствует образованию болота. Типа драй. Содержание соли, алюминия, алкоголя, парабенов. Хлорин. Так, крем-дезодорант для подмышек. До 7 дней. Угу. Это мы с Захаром обмажемся. Опс. Вот такая баночка. Спортсмены. Подарок. Инструкция. Одна капелька. Неделя удовольствия. Сейчас здесь вот. Несколько местах так пройтись, да? Нет, там 3 капельки, я их размазал и все. Угу. Но перед тем, как пользоваться, нужно не пользоваться другим. Полгода? Я читала 3 дня. Угу. Что там еще за рисунки? То же самое, только на еврейском. Еврейском. А здесь на турецком. 48 часов не надо ничем пользоваться перед тем, как первый раз попробовать. Угу. Одна капля на подмышку. Вымыть, осушить, зачерпнуть, распределить. Следующее применение рекомендуется через 4-7 дней после повторного возникновения запаха пота. Ну, ты что, с английского так делаешь? А тут на английском написано. Ага, по-русски все. По-русски все. Это же специально для потеющих русских тел. Угу. Ну-ка, открой. Запечатано там, да? Ну, да. Я открывать не буду пока. Ну, вообще не Крым надо. Такой. Никого вообще не надо. Угу. Вообще надо. Вот сыночек у нас теперь будет 7 дней не пахнуть. Все, пока.